Еще покажу вам, сколько потребляет сам дисплей ноутбука. Значит, смотрите. Сейчас потребление 0,3 ампера всего. 0,3 ампера, 5,8 ватта. Ну, скачет, но в основном вот 0,3 ампера. 0,3 ампера. Это я всего-навсего все то же самое, просто закрыл крышку ноутбука. Экран потух. То есть выключен экран, а ноутбук работает все в прежнем режиме. Вот. Мы установили максимальную яркость на экране и максимальную производительность во всем, по всем параметрам. И потребление было при поднятой крышке скакало до 1 ампера, 1,1 ампера. А если я просто закрыл крышку, потушил монитор, сразу 0,3 ампера. Вот такая вот разница. Почти в 4 раза потребление упало.